А что за обследование? Что они вам делали? Катетером мочу брали, брали? То есть они брали катетером мочу, делали ее, брали на анализ. Измеряли импульсы электрические при сокращении мочевого пузыря, прямой кишки. Это же они исследовали то, как нервный импульс у вас идет автономный, потому что это же непроизвольный импульс. Хорошо, ага. И смотрели, выделяется моча или нет. При кашле. Это октибутинин, наверное, дриптан. Они вам называли активное действующее вещество, не? И вот это и сказали вам, да, что ботулотоксином будут. Ага, поняла. Ну, давайте я вам расскажу, чтобы вы представляли себе эту тему. Ну, вообще, слово ботулотоксин – это токсин, который блокирует нервно-мышечную передачу. И он, собственно, нам-то известен из косметологии, когда у женщины сокращаются на лбу морщины, формируются, она делает себе инъекции, у нее блок сокращений происходит, и лоб становится гладким и замечательным. Так, это с этого он зашел. То есть, в общем, это токсин, который блокирует нервно-мышечную передачу. Значит, когда теперь вот мы говорим про конкретно применение этого препарата, его используют, конечно, не только в косметологии. Например, есть дети с ДЦП, у которых есть спастические мышечные сокращения, то есть мышца все время в тонусе находится, чтобы вот у него появилась хотя бы похожая на нормальную походка, можно вводить этот ботулотоксин, и мышцы спазмированные расслабляются. Ну, не я, не я сразу скажу, что это, конечно, очень дорого. Вот, и родители, конечно, стараются для своих детей, но это все дорого. И никто за это не платит, кроме людей из своего кармана. Что касается мочевого пузыря, смотрите, вот при том, что была спинальная травма, и прекратились произвольные импульсы из коры головного мозга, то есть есть работа только автономной нервной системы, то основная цель сейчас была у них выяснить, какой механизм в мочевом пузыре преобладает, потому что есть два вида недержания мочи. И это большая проблема, потому что вот есть нейрогенный мочевой пузырь, когда повышенная возбудимость мочевого пузыря, и женщина там теряет мочу, условно, ну, теряет 50 миллилитров, и ей уже писать хочется. Или она приходит домой, дверь открывает, она прям чувствует императивный позыв такой, и она может и уписаться даже. Это называется нейрогенный мочевой пузырь. Потом есть ситуация, то есть это гипервозбудимость вот этой зоны. Потом есть ситуация потери мочи, недержания мочи в пожилом возрасте. И так, кстати, этот гиперактивный мочевой пузырь возникает, как правило, тоже после менопаузы, когда низкие концентрации вот этих женских половых гормонов и толщина слизистой оболочки мочевого пузыря очень маленькая, и она очень раздражена. Потом вот этот есть недержание мочи, и вот вам проверяли, когда вы кашляли. Значит, там, я уже говорила, по-моему, в прошлый раз, что мочевой пузырь представляет собой такую клизму. Вот, у него есть сфинктер и есть детрузор. Детрузор – это весь мышечный круглый слой, вот круглый слой клизмы, который растягивается, который обладает определенными свойствами удерживать мочу. А сфинктер, вот, и вот что тут. Дальше, значит, вот это ж они выдавливали, выдавливали, и вот теперь получилось, что особой удерживающей функции мочевого пузыря нету. Вот, и вот понимаете, как получается, что здесь у нас есть проблема либо в сфинктере, либо в детрузоре. Детрузор – это большая мышца мочевого пузыря, которая должна выдавить мочу. Вот он у вас такой. Атрофированный. Ну, не атрофированный, нельзя сказать. Он атрофированный, если мочевой пузырь вообще превратится в воздушный шарик без мышц. Он просто
имеет не такую хорошую, толстую, удерживающую стенку. Но, честно говоря, то, что вы выдавливали, это вы, у вас атрофировался больше этот сфинктер, то есть вот этот носик груши, поняли? Нижняя мышца, удерживающая, которая кольцом должна сжимать. Ну и плюс еще катетеризации тоже не способствует хорошей жизни сфинктера. Вот. И на самом деле, вот у женщины, которые страдают, вот я начала говорить о вот этой патологии, вот женщины, которые рожают 2-3 раза, там и больше, которые рожали не кесаревым сечением, а парвиас натуралис, ну, обычным способом, у них может быть растянута промежность, пролоббировать, провисать, и этот сфинктер тоже растянутый. И бабушки, они страдают часто недержанием мочи, вот они кашляют, и кашляя теряют мочу, потому что у них плотное кольцо сфинктера сжато было, а потом со временем растянулось, промежность растянулась, и вот это такой механизм. Но у вас не такой. У вас вот именно, понимаете, у вас же управляет мочевым пузырем вегетативная нервная система, непроизвольная. То есть у вас получается, что при достижении вот этого объема 135 мл, мочевой пузырь сам опорожняется, вот, или вы его выдавливаете, но не до конца, с остаточной мочой. Да. Вот, что такое ботулотерапия? И вот теперь мы приходим к лечению. Вот смотрите, для того, чтобы улучшить удерживающую функцию мочевого пузыря, если промежность растянута или расслаблена, есть слинговые операции. Это операции, когда такую ниточку протягивают в шейке мочевого пузыря и немножко его подзатягивают. Вот, это тогда удерживающая функция мочевого пузыря лучше. Еще вводят гели. Те же, кстати, гели, которые используются как филлеры в косметологии с гиалуроновой кислотой, они утолщают сфинктер и улучшают его кровообращение, он становится таким более плотненьким, бла-бла-бла. Короче, но это не наш случай. В нашем случае для того нужно сделать то, о чем мы говорили в прошлый раз, что вот у них широко распространенная тактика, когда они удерживают, ну, не так, они моделируют удерживающую функцию мочевого пузыря. То есть женщина использует препараты толтеродина, оксибутинина, которые должны расслаблять стенку мочевого пузыря. И тогда мочевой пузырь будет удерживать больший объем, и тогда человек, имеющий катетер, он будет больше социализирован. То есть, условно, он может себя катетеризировать раз в 2 часа, вот, выпускать эти 2 мл, и все будет хорошо. Но препараты вам для того, чтобы так расслаблять мочевой пузырь, они рассматривают сейчас на основании выполнения всех этих графиков, они рассматривают эту тему как препарат с токсичными эффектами. Потому что вы их, если будете принимать, у вас будет сухость во рту, мидриаз, расширение зрачка, у вас будет жажда, у вас будут расслабляться другие гладкие мышцы. Короче, в общем, они рассматривают как негативные. А вот последний метод, который во всем мире используется, это введение ботулотоксина. И вот что он собой представляет? В мочевой пузырь, я прямо это, сейчас подождите, я подумаю, как попроще рассказать. Есть такая специальная иголочка. Но это даже не иголочка. Вам вообще это не интересно, потому что вы ничего не чувствуете все равно. Не, ну я имею в виду, чтобы вы ее не боялись. Конечно, вам не надо никаких наркозов делать. Короче, там такой гибкая, как бы это напоминает катетрик, но на кончик заостренный. И они под слизистую вводят в детрузор, собственно, этот ботулотоксин, маленькую дозу, вот, в нескольких точках. И это приводит к прекращению сократимости детрузора. Поняли? Он превращается как такой расслабленный мешочек. Вот. То есть сфинктер работает, удерживает мочу, поняли? А объем мочевого пузыря таким образом возрастает. Вот они делают там
в зависимости от методики, в несколько точек. Потом это действие наступает через 3-4 дня. Вот, конечно, они проверяют, чтобы не было воспаления в мочевом пузыре, чтобы все было чисто там и все такое. Вот. И получается увеличенная емкость мочевого пузыря, препарат, ну, я не знаю, сколько, это же не моя специализация, я вообще по-другому специалист, но я вам скажу, что расчет на то, что этот препарат будет действовать месяца 3-4, ну, может быть, до полугода, кто его знает, там они должны как бы посматривать, потому что это же наблюдение во времени.